Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. В Черную пятницу покупайте то, что вам нужно, а не то, что вы просто хотите. Потому что если купите, что хотите, то не так часто будете этим пользоваться или оно вообще валяться будет. Если купите без цели. То, что нужно, покупайте и пользуйтесь этим. А если когда-то купили то, что вам не нужно, по прихоти, и оно валяется, просто пожертвуйте это. Подарите. Но сейчас между Асром и Магрибом. Дуа именно в пятницу, в промежуток между Асром и Магрибом. Это особое время, когда Аллах дуа принимает. Очень простым словам научу вас. Скажите «Я хайю, я кайюм». «Я хайю, я кайюм, я хайю, я кайюм». О вечно живой, о поддерживающий все сущее. Я хайю, я кайюм. Говорите это и потом дуа. Это два имени Всевышнего Аллаха. Если через них дуа будете делать, Аллах никогда его не отвергнет, всегда примет. И Аллах даст вам защиту через это. И это не только для пятницы. Можно это читать в любой день. И опять же, не забудьте. Я хайю, я кайюм. Я хайю, я кайюм. Если три раза скажете, еще лучше. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, учил нас это делать. Делайте дуа через это, и Аллах его примет. Да воздаст Бог добром. За меня тоже дуа делайте. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Как можно больше раз говорите «Субхан Аллах», «Пречист Аллах», «Альхамдулилях», «Вся хвала Аллаху», «Поминайте Аллаха», «Коран читайте», «С переводом», «Улучшайте нрав», «Намаз читайте», «С погружением», «Осознанно». Делайте как можно больше добрых дел. Сейчас мы готовим свое будущее. То, что мы сейчас делаем, увидим в судный день. Пусть всемогущий великий Аллах внушит нам всегда стараться изо всех сил готовиться к судному дню. Амин, Господь миров. Сделаем дуа. О Аллах, благослови нашего господина и покровителя Мухаммада, его семью и сподвижников. О Аллах, внуши много добра творить и защити нас ото всякого зла. О Аллах, внуши нам прожить жизнь так, чтоб ты забрал нас из этого мира в высшую степень рая. И в промежуточном мире, перед судным днем, дай нам оказаться на высших степенях. И в судный день проведи нас вместе с пророками в высший рай, чтобы с самого начала дня суда и до конца его мы были с ними. Не отделяй нас от них, пока они не войдут в высший рай. И сделай, чтобы мы и наши любимые были вместе с ними. Амин. Молимся за благородного пророка, о Господь миров. Хвала тебе, милостивейший из милостивых. Да воздаст вам Аллах благом. Да воздаст вам Аллах благом. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь. И на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить.